Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию прохождения Ведьмака 3. И сейчас мы потопаем дальше по сюжету, куда нам нужно. А нужно нам, как вы видите, отправиться в замок барона. Осталось 500 метров, поэтому давайте как можно быстрее туда дотопаем. Если что-то по дороге найдем, то я вам, ребята, это покажу. Ну что, осталось совсем немного, осталось 100 с чем-то метров, поэтому мы уже практически добрались до места, куда нам нужно прибыть. В замок барона. Сейчас мы вообще посмотрим, что тут. Ну, о, открыли какое-то новое место. Разыскать барона. Мы можем дальше еще ехать на лошади, поэтому давайте поскачем через мост. Опа, там можно что-то прикупить. Давайте прикупим какие-то... прикупим вещи, которые будут нам полезны. Я надеюсь. Купец. Самогону желаете? О? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Давай сыграем гвинт. Я не знаю, что такое гвинт. Покажи мне свой товар. Не имею желания в него играть. Поэтому давайте мне просто... Опа, опа, 5 штучек купим. Опа, лук, пища, опа, купим. Это что? Купим. Мне посоветовали попродавать нахрен весь мой хлам, который у меня есть. И, в принципе, ну вот это все ремесло, то есть... Ребята, вот эта вся хрень, алхимия, я, если честно, в этом ни хрена не шарю, и я не думаю то, что я буду какие-то бомбы приготавливать или еще что-то. Нужен ли сколько эликсиров? Ну вот, видите, тут куча у нас травы всякой, я не знаю, честно, масло, точнее, сало собачки. Меня залагало, вот, разлагало. Дальше. Всякие эликсиры, всяка хрень, вороний глаз, кожаные ремешки для сезара различных предметов. Но я не знаю, честно, вот, какое чудовище, уголь, кровь гуля. Но это давайте пока что оставим. Вдруг мы еще потом что-то скрафтим. Нам нужно... Куда нам... Нам нужно к... Так, все, будь здоров. Будь здоров. Кузнецу нам нужно, ребята. Нам нужно кузнецу, чтобы починить наши вещички. У нас же вроде там что-то поломанное. Давайте как раз я... Не рюкзак, нет, не рюкзак, а умение персонажа. Нет, к сожалению, умений у нас нету. Нам нужно починить. Вот смотрите, у нас тут есть парочка вещичек, которые можно, в принципе, продать было, но и которые починить нужно тоже. Извиняюсь, мадам, мы вас случайно стукнули. Опа, мы можем открыть вообще эту дверь? Ладно, с запозданием, конечно же. Но все же, я надеюсь, где-то тут вообще будет кузнец, потому что если Стой! Его не будет, это будет очень хреново. Это кто? Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак, хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Опа. Сражение. Вот и забрел сюда. Нет, вот я не хочу. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо! Понял? Понял. Точно понял! Понял! Опа, это что еще за чудик? Проходи. О. О, кузнец? Да, кузнец. И в темерском войске сержантом был. Не твое это дело. Потихонечку, дайте-ка я сначала Чем поговорю. Чем могу служить? Покажи мне свои товары, сделай мне доспех. А нельзя починить? Мне нужны доспехи. А нельзя починить, ребята? Создание предметов, следная край находится список ваших чертежей. Для выбора чертежей и перехода между ними используйте мыш. Справедливо находится описание выбора предмета. В центре находится ингредиент, необходимый для создания предмета. Ремесленникам тоже нужно есть. Если вы хотите, чтобы он для вас сделал работу, придется заплатить за работу, строить необходимую сумму. Нажмите Enter, чтобы создать предмет по выбранному чертежу.
Это не приметы, а найдите, похожу я серебряный умение. Ага. Ну, я так быстро, ребята, читаю, просто я не хочу это сейчас сидеть и хрен его знает сколько читать. Я как можно быстрее это все прочитал. Лавка. Опа, так, вот лавка. Снаряжение. Опа, продал и купил за еще дороже. Это только я так могу. Нахрен. Палец продадим. Маленькая дубинка продадим. Мне это починить нужно. Пробел, статистика игрока. Я не могу ничего тут использовать, ребята. Мне это починить нужно, но я не могу это починить. Позволяю чинить доспехи. Сколько? А сколько я могу купить? Ну давайте одну, больше мы не можем купить. Сойдет, сойдет, пока что сойдет. Это что? Чертеж. Ни хрена себе, тут еще и чертежа можно покупать. Бывай. Бывай. Бывай, бывай. Так, давайте быстренько тогда починим нашу... выбрать ячейку. Отмена. Вот так. Опа. Нет. А что я вообще нахрен сделал? Что я починил? Трофей. Ага, вы смотрите, ребят. Седло, шоры, сумки. Круто. Я походу даже не починил, а просто-напросто взял и выкинул, как будто. Вашу, ребята, мне еще в этой хрени разбираться и разбираться, честное слово. 22, 26, 48, 58. О, так это еще намного лучше, поэтому ладно, будем с этим бегать. Чем могу сказать? Давайте служить? Я тогда ему продам вот эту хрень. Потому... Я, ребята, не знаю, я хочу собирался посмотреть. Починить, но не починил даже. Просто-напросто, можно сказать, выкинул эту хрень. Опа. Ой, броня. Ладно, сойдет пока что. Бывает. Купил вещичку, с помощью которой можно починить что-то. И не чтобы я починил то, что мне нужно починить. Так я взял и какую-то вообще другую хрень починил, которая у меня уже была нормальная. Хрень его. Хрен его, ребята, знает, что и как за нужно. Я думал, знаете, одеть вещь, которую тебе нужно починить. И вот ту хрень переместите на то, и как бы это поймет, да, что ага, вот ему нужно это починить, значит ему это и сделаем. Ну нет, оно что-то там починилось, вообще хрен его знает что, или бы я просто это случайно продал, или выкинул, ребята, хрен его знает, честно. Что вот это вообще за хрень? Будем потом как-то по-другому вот это все думать, потому что я не знаю, честно, что я починил там нахрен. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились? По жопе сейчас. Да? Раз, два, три, раз, два, три. Yes. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще говорят, культурная нация. Я пришел по делу. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Сразу к делу. Мы прям деловые бизнесмены нахрен. Сразу идем туда, куда нам нужно. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Нет, спасибо. Не употребляю. Нет, спасибо. Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня. Лучшая в Велине. Вот сожгли ее. Так я же сказал, нет, а ты в два стакана наливаешь, дурак. Или ты сразу два бухнешь. Или ты только в один налил. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет кровавым бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе Велин? Прекрасно. Прекрасное место.
Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, только не говори, что нам опять нужно будет для тебя какое-то задание выполнять. Ну, в смысле, каждому. Может, перейдем к делу? Ты скажешь, наконец, в чем дело? Он нам доставляет свои услуги, мы его предоставляем, мы ему предоставляем свои услуги. Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, осмердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Опа. Ух ты нафиг, прям глаза режет. Ну давай, давай, грузись, как-то ты долго нафиг. Вы что, по пути к деревне? На нее напали чудища. Ух ты! Так это Цири, да? Такая красавица. Ребята, кто вам больше всего нравится? Йеннифер, Цири или... Как? Там еще одна бабуля из... оранжевыми волосами. Я, если честно, забыл. Я просто не играл в предыдущей части, я знаю, но... Ага, так мы за нее играем, ни хрена себе. Играя за тебя, вы не сможете использовать рюкзак, а также накладывать знаки. Этого еще так, не хватало. Так, что это там было? Ага, трава. Надо уходить. Или там еще одна бабуля есть. Ребята, кто вам больше всего нравится? Йеннифер, Цилли или та еще там одна с оранжевыми волосами? С рыжими волосами, оранжевыми. С рыжими волосами. Кто вам больше всего нравится? Я не знаю, мне... Ух ты, нихрена себе. Мне почему-то Йеннифер очень нравится. Ну, Цири еще более-менее. Цири и вот та с рыжими волосами на втором месте. Они крутые. Йеннифер мне больше всего, наверное, нравится. Она очень такая. Ух. Ну, Цири... Цири такая тоже штучка. Можешь слезать. Хоть сейчас с потекшей тушью. Ну. А так тоже. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Немножко потерялась. Я тоже потерялась. Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно. А у нее тоже такой шрам на лице, как у Геральта. Что с тобой случилось? Или мне показалось? А? Ну, в смысле, ты про это? То, как бы не прям как у Геральта, но. Как у Геральта же тоже есть шрам. Значит, вот видите, у нее тоже есть шрам. Хрен его знает. То есть, ну, как бы такой же, но не на том же месте. Откуда ты тут взялась? Где твой дом? Скажи лучше, где ты живешь? Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Откуда ты тут взялась? Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я с и кем? Шла. А там летел Ладно. Мотылёк. С тетей пришла. За ним, Ладно, и с дядькой пришла. Но не с дядькой. Это вообще кто? Дядька. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебя светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и волчий его стая. Ни хрена на себе. Не бойся, я тебя защищу. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Ага, ну пошли. Так, идти за греткой. Гретка. Хорошо, что не гренка. Или грядка какая-то. Волки! Опа. Быстро, спрячься!
борты. Так, можно выходить. Генка, ты где? Ну ты храбрая. Даже мой дядька так не кого? Умеет. Кого? Я так и не понял, о ком ты вообще разговариваешь. Мой умеет гораздо больше. Пойдем. Волкобой. Хренакобой какой. Ладно, пошли. Так, там еще что-то было. Печень волка. Вы любите печень, я, если честно, ребята. Глянь-ка, что там лежит. Да. Не волчью, не чью. Так, у меня что-то упало тут, сейчас. Подожди тут. Не подходи. Но. Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Кто это вообще за чудик такой? Ух, ни хрена себе его раскидало. Глаза. Белки красные, все еще влажные. Ему руку умер оторвали. Недавно. Ни хрена себе. Голова. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Грудная клетка. Раздавленная грудь. Ребра пробили. Ни хрена себе, это прям зомбарь какой-то. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога? Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Охренеть. Живот? Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Фу. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны? Подытожим? Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Упал. Это был же король, оторвали его ногу, оторвали руку, сожрали пор печень. Дети стали такими умными. Еще что-то. Ну что мы будем делать, если он и на нас нападет? Ну понятно, что он успокаивает ребенка, но... У меня нет серебра. Охренеть, как упасть нужно, чтобы масло. Такое. Масло? На две части разорвали, можно сказать. Еще потом те части, что остались, нет, еще по частям особо. Разорвали. А, упал, из собачьего прям, сала, упал борца, на две части, собачьи разлепился. И волчьи печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь, какая какие штуки? Какая тятенька, что за хрень? Это какой-то... Нет, трансвестит не был тетей, стал, потом был дяденькой, дядюшка теперь стал веселее. Тятенькой. Охренеть просто. Собрать петрушку, собрать волкобоя. Это что, это петрушка у нас? Волкобой. Омела. Волчину я слышу, ребята. Вы слышите тоже волчину? Волки, слышишь? Прячься! Да ваша мать, как вас вы нахрен много? Я вам не Рэмбо, я вам Цири. Охренеть. Жопа мне, ребята. Я чё толку по одному разу нахрен бить и убивать, раз ударил и убежал, раз ударил и убежал, раз ударил и убежал. Я перестал, что нахрен смысл вообще этой игры. Ох. Ну идите сюда, паскуды, а. Как хрен я их убью? Так, будем тогда по одному, а то я всех сразу... Твои...
Ух. Все, можешь выходить. Как ты часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Собрать Петру. Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Амела, нахрен мне ваша амела, дайте мне петрушку. Туда, через пещеру. Веди. Не, ребят, я не могу эту петрушку. А, вот, нашел. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. С какими вовкалаками или волкодавами, или как они там называются, сражаться. Охренеть просто. Ты что делаешь? Масло для меча. Крем. Буду себе личко втирать и пятки массировать, чтобы мягче стали. Так, идти за гренкой. Ну, веди нас, гренка. Я не буду ее гренкой называть. Гретка. Или грядка. Еще лучше. Ну иди, веди. Ты где? Это мы убили. Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Где-то рядом есть люди, ребята. А вы были в курсе? Я нет. Вот сейчас уже знаете. Опа. Ну чё, ты где? Так мы уже тут пробегали, почему ты нас как-то... Опа. Ну волк будет 100% вот там. Тут немножко темно. Боишься? Немножко. А ты? Нет. Вы это слышали? Ух ты, хуйню себе! Теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Ни хрена себе! Вы что, с ума сошли? Ну он такой сильный. Просто раз ударил, пошел. Раз ударил, пошел. Это весь смысл этой игры, как я понимаю, да? Да. Но... Этого волка еще проще было убить, чем обычных. В жизни такого не видел. Малявка! Мне обычные волки то быстрее, ну, как бы убили, я им больше, наверное, ударов наношу, чем я вот этому королю нахрен нанес ударов. Мы нашли в лесу мертвого. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Яран. Мы возвращались из подлесья. И это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Яран... Эй, тише! Тут же малявка. Мы хотим добраться до деревни. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст? За убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Веди-то веди, но, ребята, уже, наверное, время, и нужно уже заканчивать, потому что часовую серию я не хочу делать, в принципе, это реально очень долго. Ага, ну тут, как вы видите, оно само повело, поэтому сейчас еще это, наверное, посмотрим. Сколько там писало? Несколько часов спустя? Ни хрена себе, ты прям голодная, я вижу. Хоть бы макияж себе там сделал, а то не было времени. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил. Упердывай. Упёрдывай. Ну, в
Вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать не дурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Ух, вот этот белый экран, и с ума сойти можно, если сейчас. Может, вам нет, но прям... Хлебушек. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Я понимаю, чего ты... Расскажи, это для меня очень важно. Я хочу ее найти, ты понимаешь? И мне надо знать все. Понимаю. Но видишь ли, так получается, что мои дочери тоже пропали. Ну, сейчас, как я понимаю, нужно нам их найти, и потом ты нам скажешь. Предлагаю уговор. Ну, это всегда так. Когда встречаешь кого-то, знаете... Какого-то главного персонажа, все, от кого тебе нужно что-то, он тебе как бы предлагает. Ты сделаешь вот это, а я тебе скажу вот то. Ладно, по рукам, давай. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Че пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Мне нужно больше сведений. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Идти за бароном. Масло клетки увеличивает урона на определенном классе врагов. Третий рюкзак, получен опыта 100 опыта. Ладно, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилась эта серия и вы ждете новой серии. А что нужно сделать, чтобы вышла новая серия? Конечно же, запилить большой палец вверх. Набираем 100 лайков, и в ту же секунду выходит новая серия. Ребята, такие правила. То есть, хотите новую серию, набираем 100 лайков. Несложно же поставить лайк, я так надеюсь. Набираем 100 лайков, сразу же выходит новая серия. В ту же секунду, ребята. Ну, не прям в ту же секунду, как многие мне пишут, что набрали 100 лайков, и в ту же секунду у Эдиса нету серии. Ну, в те же минуты, потому что я не могу сидеть и прям в ту же секунду. О, давай, давай, сотый лайк, сразу выкладываю новую серию. Понятно, что это так невозможно. Но все же, ребята, оставляйте свои комментарии, не стесняемся комментировать, комментируйте все, что вам угодно, что вам придет только в голову. Я стараюсь читать все комментарии и также стараюсь ответить на все комментарии, ребята, честное слово. Кстати, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.